Чуйской области 15 мая в поселке Кегеты прошла работа по посадке саженцев тянь-шанской ели. Акция «Бир джаранга, бир кучет» ведется по всему Кыргызстану с сотрудниками Министерства сельского, водного и лесного хозяйства, где абсолютно каждый желающий может помочь нашей природе по озеленению. В нашем лесном хозяйстве 5 лесников. Общая площадь земли составляет 33 тысячи гектаров земли. На сегодняшний день на площади в Кегеты проводится такая работа по посадке саженцев. Ежегодно в план мы берем 20-25 тысяч гектаров и проводим такую работу по увеличению площади лесов. Мы сами ежегодно сажаем деревья. План алабыз, ошол планды аткарып, токой аянтын көбөйтүү максатында ушундай иш-чаралар жүргүзөбүз. Буга чейин билесиздер, Бишкек шаарында парктарда, бак тараптарда отургузулган 50 тасылтуктун станциясында 2 гектарга жакын жерге бөмөлүү бак тарактардын бакчасы уюштурулду. Многие туристы называют Кегеты одним из самых красивых мест в Кыргызстане. И действительно, на дне ущелья расположены одноименные реки и долины, чьи склоны славятся своими лугами и альпийскими лесами. Здесь также растут редкие уникальные лекарственные травы. В этом месте туризм может стать золотым дном для бизнеса. Осенью каждого года мы проводим инвентаризацию саженцев, считаем и выявляем приживаемость. Если по подсчетам выходит меньше 70%, тогда мы сажаем новые деревья. Самый маленький саженец тянь-шанской ели имеет высоту 60 сантиметров, а самые большие – 1,5 метра. Молодым деревьям, что были посажены на горе Тинши, потребуется более 15-20 лет, чтобы корни прижились и превратились в густой лес. Последние 30 лет наши ледники, площадь ледников уменьшилась на 27%. Если наша небережная политика будет продолжаться, через 70 лет наши ледники, ледников может не остаться в нашей стране. Отметим, что Министерство сельского, водного и лесного хозяйства проводит эту акцию в течение 2 месяца по всему Кыргызстану для увеличения площади лесов и призывает кыргызстанцев внести свой вклад в сохранение нашей природы. Салима Дюшенбекова, Келдебек Уланбеков, СТВ.